Привет, друзья! Спасибо, что поддерживаете меня и подписываетесь на мои соцсети, на YouTube-канал и на Instagram. Маленькими-маленькими шажками я иду к заветной цифре в 10 тысяч подписчиков и свайп. Хочу сказать спасибо вам за это большое. Завтра встреча в приложении Zoom в 20:00 по Москве или по ЕКБ в 22:00. Получается, выпуск на канале появится в 21:30. Это по ЕКБ, и сразу же после выпуска мы с вами пойдем в Zoom. Будем общаться, пить пиво, разговаривать. Без пива буду кикать людей. У кого будет пиво, тот, значит, будет сидеть на трансляции. Сегодня супер тема. Я буду раскрывать ваш кальянный потенциал и при этом экономить вам денежки. Сегодня у нас два направления. Это кальянный AliExpress и хука-сигар. Вот здесь она у меня. Вкуснятина. Но перед темами постоянная рубрика «Топ-комментарий». Шашлыков. Сначала вейперы дымят бабушкам в лицо на остановках, а теперь кальянчики уселись в песочнице чистить колодки. Ребят, я делал, знаете, я это видео сделал больше, наверное, для смеха. Вот. Ну, вы прекрасно понимаете, что абразив, то есть песок, чистит колодку. Это как губка из нержавейки, как шкурка там какая-то, как наждачка и так далее. Кто чем пользуется? Кто-то пользуется щеткой. Это все абразив, который царапает нашу колодку. Если вы не хотите покупать эти губки металлические, потому что они постоянно ржавеют и рвутся, если вы не хотите покупать щетку, потому что она постоянно ржавеет, возьмите песок. Супер тема. И как бы этот лайфхак, песочный лайфхак, я вам показал в прошлом видео. Я думаю, все это поняли. Но это была минутка юмора у меня такая. Ну, старая, я уже старый человек. Еще хотел сказать, что я стараюсь отвечать на все комментарии, но их поступает в последнее время очень много. Сильно не расстраивайтесь, первым делом я отвечаю на просьбы, а потом на все благодарности и так далее. Спасибо вам, что комментируете и смотрите. Это очень меня заряжает, мотивирует, приводит в чувство, и я сегодня прям очень тяжко. Я прям до последнего опять не хотел писать видео, но посмотрел на статистику, на все вот это вот, поотвечал на комментарии, решил, блин, это ж классно делать видео, и начал записывать. Ребят, ну а мы начинаем кальянный экспресс. Все прекрасно понимают, что все кальянное, практически все, к нам едет из Китая. И на AliExpress есть продукты, которые продаются в России. Я постарался и сделал для вас подборку интересных аксессуаров, которые помогут вам эволюционировать в курении. Начать хочу с колодок, их тут прям дохера. Я нашел магазин, где в одном товаре сразу же много колодок. Давайте посмотрим. Тут сразу же показаны все колодки, которые есть в наличии. Тут колодка доктора Стрэнджа, например, колодка Адуман. Просто колодки обычные, которые мы покупаем там за 500-600 рублей. Сейф-хитеры и так далее. Хочу заметить, что все товары, которые я показываю, с бесплатной доставкой. Следующая колодка, которую я хочу показать, это колодка с высокими бортами. Особенность такой колодки в том, что ваш уголь дает больше жара и его не обдувает. Естественно, такие колодки идеальны для природы. Проверено. Колодки с высокими бортами реально топчик, пушка. Если у вас есть такая колодка и вы на такой курите, напишите, пожалуйста, в комментарии. Следующий товар, который хочу вам показать, это диффузор для кальяна за 61 рубль. Как я понимаю, вроде он работает. Люди заказывают, и отзывы хорошие. Пружина для силиконового шланга за 62 рубля в разных цветовых вариациях. Мундштук в полном наборе из карбона от 600 до 1200 рублей. Очень симпатичные мундштуки. Вообще карбон в сочетании с кальяном, да и в аксессуаре. Как мне кажется, это прям супер классно и актуально. Шахта за 1000 рублей, которая насаживается на любую бутылку. Есть разные цветовые решения. Идеально в поездке. Представьте ситуацию, вы поехали на шашлыки или просто на велике погонять. Зачем вам брать с собой кальян? Берете... Значит, вот эту вот шахту за косарь, берете свою бутылочку, да даже бутылку можно не брать, найдете возле озера, мусора достаточно. Набираете, значит, из лужи водичку, вставляете кальян и все, и курите спокойненько. Потом колбу выкидываете, все обратно в портфель и поехали дальше.
Также нашел копии Aeon Vira для PS за 2500 рублей в разных цветовых решениях. Очень красивые персональные мундштуки. Очень крутые щипцы с деревянной вставкой за 350 рублей. Эти щипцы я уже тестил, держал в руках. Как-то мы в магазине Cosmoshop их продавали. Но в России они стоят чуть-чуть дороже. Мы их в магазине продавали за 600 или за 500. Следующий топ, который хочу показать. Саморазжигающийся уголь Карбопол за 400 рублей, который нахуй вам не нужен, идем дальше. Персональный кальян за косарь от Мазая. Ребят, вот такой бы кальян я бы, наверное, попробовал бы, даже, наверное, куплю его. Пусть будет тубус такой, интересно покурить. Персональный муштук из нержавейки за 190 рублей. Стеклянный персональный муштук, я считаю, что это топ. Ну, дороговато, 700 рублей. Но вы сами понимаете, что стекло очень легко чистить, обрабатывать и так далее. Ребятки, на Алиэкспрессе есть много чего интересного. И если вам эта тема нравится, и она для вас актуальная, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Кальян для россиян». Совместно с редакторами телеграм-канала мы сделаем подборку товаров с Алиэкспресса. И мне кажется, это прикольно будет, потому что в такой период времени все надо экономить. Там очень хорошие аксессуары на Алиэкспрессе, поэтому подписывайтесь, ссылка в описании ролика. А мы идем дальше, ребят, Кука-сигар Rolls-Royce среди табаков. Это один из тех табаков, который раскрывает многогранность табачных нот в чашке. Давайте я вам расскажу, что такое Hookah Cigar M72 от компании Satir и Total Flame. Чем она нашпигована и как ее забить и как курить. Погнали! Настало то время, когда я могу вам рассказать про, наверное, самый уникальный продукт на отечественном кальянном табачном рынке. Это Hookah Cigar от компании Satir и Total Flame. Эта линейка Brilliant Collection имеет крепость 4 из 5. И Hookah Cigar называется M72. Вот в таком вот тубусе приходит к нам сигара. Особенности этой сигары, что это лимитированная коллекция. Давайте сейчас расскажу, что входит в эту сигару, какие табачные листы и немного уникальной информации. Новая Hookah Cigar M72. Коллаборация Satir и Total Flame. Количество строго ограничено. Бутиковый сигарный бренд Total Flame создает сигары для людей, любящих мотоциклы и мотопутешествия. А компания Satir позволяет прикоснуться к невероятным вкусам, создавая Hookah Cigar. Вместе мы начинаем путь Limited в кальянно-сигарном мире. Сигара M72 посвящена истории мотоциклизма СССР и России, легендарному советскому мотоциклу Урал М72 и мотопробегу Ралли Родина, который проходил в 1967 году. Мотопробег совершил дед основателя Total Flame. Он с товарищами проехал на мотоциклах Урал от Сахалина до Ленинграда. А в 2015 году этот путь повторил и сам основатель бренда со своими друзьями на мотоциклах Урал М72. В состав М72 входит множество уникальных выдержанных листов. Покровный лист Виса Хабана Эстели, Никарагуа. Связующий лист Сека Хабана Джалопа, Виса Хабана Джалопа. Начинка Берли, Раша. Сека Хабана Никарагуа Эспесиал. Висо Хабана Никарагуа Эспесиал. Висо Хабана Кондега. Лигеро Хабано Истели. Формат Соломон. Длина 6 дюймов, то есть 15 сантиметров. Диаметр RG54. Крепость 4 из 5. Hookah Cigar позволяет каждому прикоснуться к тайнам сигарной ароматики в максимально привычном для кальяна ключе. Вот так вот выглядит сигара внутри, ребят. Это просто не передать словами, как же приятно, блин, это трогать. Здесь есть бант Total Flame М72. Давайте я вам покажу, как лучше всего нарезать Hookah Cigar в чашку. Это трудно сделать, но я знаю небольшой лайфхак. Я попробовал его еще в офисе. Вам понадобятся вот такие вот щипцы с насечками и острое-острое лезвие. У меня вот нож. На чашку нам надо совсем немножко. Эту Hookah Cigar можно курить 9-10 раз, если все экономично использовать. Я вот так вот ее держу и такими движениями нарезаю тоненькими ломтиками, такими слайсами. Все это дело у меня отлично нарезается. Но тут главное, чтобы у вас ножик был острый. И сильно не давите, а то вы будете его мять, а не резать.
Так, вот этого нам достаточно для того, чтобы уже покурить. Так и оставим вот эту вот сигару. Мы обратно, значит, сюда в соус его убираем. И пусть он в соусе там дальше лежит и наслаждается, что его скуривают. Наполняем. Ребят, лучше всего, конечно, если вы какой-то зажим найдете. Но у меня такого нет, поэтому я просто поставлю его в раковину, потом уберу, чтобы мне ничего не потекло. Как вы понимаете, это простая сигара, которая вымочена в соусе. Это настолько твердо сейчас. То есть это максимально непривычно. Это не кальянный табак. В обычном, да, понимании. То есть это какой-то, как будто, это даже чем-то похоже на чай по консистенции, когда ты его в руках вот так вот делаешь, держишь и пытаешься промять. И я постараюсь покурить его в соло чистым. Хочу, чтобы меня чуть-чуть накурило. И хочу почувствовать многогранность табачного привкуса, табачных нот. Как говорится, от торфа до шоколада. Для этого нам понадобится чашка Элиан. Чашка Элиан нашего производства. Ее особенность в том, что она маленькая и вместимость 10 граммов максимум. Вот так вот у нас получается. Я, знаете что? Я чувствую, как сейчас подгорает у сатировцев. Как я неаккуратно обращаюсь с этим продуктом. Я чувствую через камеру, что они сейчас сидят, и у них прям задница полыхает. Но я сейчас делаю так, чтобы у них полыхало еще сильнее. Еще сильнее. Я установлю колодку. Естественно, колодку. Я же не буду фольгой это все заворачивать. Колодочку. А что я сделал? Я вымыл руку с остатками табачных листьев сигары. Я думаю, за это можно и поебалу получить от сатировцев. Ладно, шучу. Сатировцы прикольные ребята. В общем, вот такая вот забивочка. Не знаю, сколько тут граммов, но совсем немного. Давайте ставить колодку и погнали. Ребята, Hookah Cigar M72 была выпущена в тираже 15 тысяч штук. Я бы очень хотел, чтобы мой каждый зритель попробовал этот шедевр. Это реально стоит попробовать, потому что вы поймете всю многогранность табачных ноток. И сейчас очень приятная информация. Эту Hookah Cigar M72 можно выиграть. И сразу же неприятная информация. Участвует только Екатеринбург. Космошоп любезно предоставил одну Hookah Cigar, и я хочу разыграть ее среди наших зрителей из Екатеринбурга. Для того, чтобы принять участие, вам надо подписаться на космошоп.экб в Инстаграме и выполнить условия конкурса. Все очень просто и легко. Ребятки, спасибо большое. Мне очень было приятно делать для вас контент. Долго над ним работал, старался. Увидимся завтра на Ютубе. Ну и не забывайте, сразу же после ролика мы все с вами идем в Zoom, в приложение, проводить вебинар, видеоконференцию с пивасиком. Буду ждать всех желающих. Пока!